Не, я человека не видел, но... Ну, а теперь приступаем к вечерним ритуалам. Сюжетка, короче, Mortal Kombat нового меня под конец разочаровала. Все равно люблю такой формат, когда за два вечера спокойно проходится в кайфулю, но глобально разочаровало, потому что под конец снова это вроде был как перезапуск, но на самом деле нихуя. Под конец началась эта ебология с мультивселенными, с несколькими таймлайнами, и они там сами запутались, и ты такой уже сидишь, такой, блядь, короче, что вы хотите мне сказать? Ну и в финале, короче, охуенное, то есть там... Косплеит заново Армагеддон, и очень безумно крутая постановка. В целом мне понравилось, наверное, но немножечко разочаровался. Но визуально это какой-то трындец. То есть более красивой игры, наверное, сейчас нету. То, как они шагнули вперед по бэкграундам, по материалам, по освещению, по всему, это просто, блядь, трындец. Причем, наверное, самое удивительное, то, что в Mortal Kombat можно найти операторскую работу и работу с деталями, с постановкой кадра, такую, как вот тоже ты сейчас в Голливуде не найдешь. Раньше так заморачивались, а вот сейчас все ленятся, и достаточно просто кино по Mortal Kombat взять, насколько там все плохо, сколько здесь хорошо. Постановка всех боевых сцен вообще офигенная, но вот единственное, что подвело, это немножечко сюжет. В остальном есть чему удивляться. Я считаю, покупать надо все равно обязательно. Ну и плюс игра сама мне очень понравилась. Буду еще щупать. Начиналось-то все сочных, там был Логвинов, понимаете, я его видел живьем, вот как вас. Вы говорите, как про Леонардо Ди Каприо. А мы его недавно видели живьем, как вас. Вот тут. Ну да. Он никуда не делся. Ну и Антон хорошо с нами давно тоже. Можно сказать, из одной тусовки, поэтому Антон, да, он... Да. Нет, ну подождите, что значит был Антон Логвинов? Сначала была передача Супонева Дэнди, потом была от Винта, знаете ли, и только потом появился Антон Логвинов. Вам виднее. Между прочим, ну точно, мы это все хронологически запомнили, как это было. Это точно. В детстве я смотрел от Винта, а не Логвинова, извините уж, пожалуйста. Так что, Антон, мы тебя любим, уважаем. Антон, ты веха в истории игровой журналистики. В каком детстве? Но нужно подвинуться, какое конечно. Какое детство у тебя? Детство было при царе. Ведь когда было от винта, уже все, ты уже давно был взрослым.